Привет, друзья, всем доброго времени суток, с вами Владимир, и вы на канале Бэба Плей. Сегодня мы продолжаем, как я обещал, развивать нашу колонию. Задача на сегодня у нас простая, по большому счету. Как так мы заготовились ресурсами предыдущей серии, будем заниматься электричеством, проводкой электроэнергии, и будем строить завод, то бишь здание, которое потребляет энергию, то бишь это будет очистительный завод, ну и так далее и тому подобное. Это завод по производству инструментов, деталей. Ну и, короче, будем проходить и увидите, друзья. Итак, так у нас есть 25, сможем сразу заняться строительством. Кстати, начнем сначала, что у нас? Вышлем сначала наших разведчиков погулять. Пусть они тут посмотрят, что происходит в мире у нас здесь. Так, что у нас здесь, что у нас здесь? Так, здесь они отдыхают. Ладно, послаем тут где-то в этот край эту женщину. Мужичка, он сюда... Так, что ты у нас сюда идешь? Смотришь, что здесь у нас? Одежда, супер. Так, ты у нас занималась фруктами, да, консервами. Тут опять непонятно, что у нас здесь. Ладно, пока что возвращаемся обратно. Итак, строим первую ветровую электростанцию. Первый ветряк, по большому счету, 8. Ага, у нас проблема вот так. Нет, значит, мы сначала строим мастерская. Она берет 4. Ну ладно, черт. Боже. Не раз, не два, не полтора. Значит так, смотрим. Строим сначала солнечную батарейку. 4, да, очка, например, поставим вот сюда где-нибудь, пока чтобы она тут не мешалась. Сюда ставим солнечную батарейку. Тогда мы ставим сразу мастерская по созданию инструментов. Куда-нибудь ее забубеним сейчас. Можем сюда, можем забубенить. Да, идеальник. Сюда ее забубеним. Так, дальше. Единственное, то, что галима, то, что... Блин, у нас дорога здесь не проложена. А, ну потом мы проложим здесь дорогу. Эту хибару мы снесем. Может, мы сейчас можем проложить ее? Ну, навряд ли. Мне кажется, не пустит нас... дома, да? Не, не пускают. Ладно, черт с ним. 3. Кстати, можем это снести. Уничтожить. Нечего здесь заслонять нашу территорию. И посмотрим. А, паузу отожмем, может быть, нет? Чтобы что-то пошел, какой-то процесс. Значит, так, что мы сделаем? Мы сразу обозначим территорию. Так, поставим... Интересно, что можем сюда забубенить еще, а? Давайте проверим. Блин. Что бы могли туда засунуть? А можем ли туда дом простой засунуть? Где у нас еще дома? Может, постараемся домик сюда. Да, можем. Но опять же, дороги не сможем провести, да? Давайте сейчас посмотрим. Ой, не туда. Дорогу проложим сюда, например. Не ложится здесь. А что, здесь тоже нет? Ты что, озверел, дружище? Ладно. А так? А так работает, да? Так, значит, домик я хотел поставить, да? Надеюсь, у нас получится туда его забубенить. Не, он перекрывает нашу дорогу. Это мне не нравится. На чем другое туда поставим. Так, это мы сносим. Это убрать. Туда можем какой-то деревья какой-то посадим туда потом. Так, у нас сейчас 6, 2 места, 4, то бишь 4, 8. 8 мест у нас, да? 8 же... Да, 10 человек можем поселить. Хорошо. Ладно, он тут строит у нас, да? Так, это строит хорошо. Это тоже строится, замечательно. Так, еда у нас есть. Следующее. Мы построим. Так, что у нас с электрозавода? Может убенить. Ветряк, аккумулятор. Так, тут ничего. Здесь медицина, механические запчасти. Лагерь. Кухня, хижина рыбака. Склад. Почему у нас ничего нету? С электричеством ничего не связано. А, ну да, надо было изучить. Блин, нам нужно... Нам нужно... Исследовать очки исследования. Вот что нам нужно.
Доски нужны новые, ресурс. Возможно, переместить рабочую зону. Есть чем-нибудь здесь поблизости? Да, ёшки, как далеко. А, не, не, смотри, здесь тут еще есть. Хорошо, сюда. Буквочку С нажимаем. Так, еда у нас добывается пока что еще. Бетон добывается. Хорошо, солнечная панель завершена. Энергия накапливается пока что. Ну-то неплохо. Нехватка чего? А кто из... А, этот. Кроличий сезон. Трое колонистов заявили, что придумали новый вид ловушек для охоты на кролика. И сейчас хотят расставить их вокруг поселения. Самая ловушка где-то вполне рабочая, но пускай охотников за пределы арги может быть довольно рискованно. Отпустить их. Котом два мяса только, ну что это? Что это вообще? А им не хватает энергии, да? Мать. Мать. Ну ладно, поставим тогда еще одну солнечную батарейку. То, что ветряк мы не можем поставить, нам не хватает одной детали. Вон ставим ветряную, эту солнечную панель, еще одну. Приоритеты высокие. Высокие. Побежали, друзья, туда чинить, и тогда у нас начнет работать тоже нормально. Это тоже не будет производить нам детали. Так. Кстати, инструментов очень много, но давайте пока что на паузу нажмем, нам не нужно сейчас ничего здесь. Одежда, не знаю, пусть одежда, да, пусть они одежду пока что делают, конечно, второго человечка поставим, потому что 12 одежды осталось. Это довольно-таки быстро израсходуется. Так. А почему здесь дом так стал, интересно? Блин, неужели? Ну, неужели он... Ой, ёшки-матрёшки. Ладно, уничтожить делаем. Как-то так дом, интересно, поставился. Просто израсходовали ресурсы безобразно. Вот сейчас нормально будет. Ну ладно, черт с ним. Так, женщина. Ты нигде нашла нам какую-нибудь информацию, что у нас здесь происходит, да? Не, ничего нету, да. Ну ладно, идем дальше сюда тогда. Надо проведать территорию. Так, тут одежда. Сначала пошлем его сюда посмотреть. Может быть, здесь есть что-нибудь интересное. Ну-ну-ну. Блин, не хватило очков, да? Не груби мне, женщина. Иди проверивай, что здесь происходит. Опа. Такого не было раньше. Тараканы. Тараканов раньше не было на карте. Это радует. Блин, тараканы. Это как, ну, это разновидность пищи, короче, которую тут, например, мы сможем использовать его, да, там, в этом плане. Ну да ладно. Не суть так важно. Но их раньше не было. Это нововведение. Хорошо, хорошо, ладно. Как скажете. Так, ресурсы добываются. Все добывается, все добывается. Отлично. Еда идет. Так, электричество нам сейчас подведут. У нас минус 12 производства. А сколько? Ну, да, сейчас опять же, идите, вечер наступил, и солнечные батареи не работают. Нам надо из носа вон сделать одну деталь. И тогда мы поставим ветряк, который будет производить сколько энергии? 12, походу, да? Не, 14. 14 энергии будет производить. Они... То, что ничего страшного, что я рядом их поставил. Ну, вроде, по идее, не должно ни на что влиять. То, что, типа, это же солнечные батарейки. Они же работают в любом случае. Сейчас проверим. Да, 100%. 16 производится энергии. А сколько мы накопили? Мы ничего не накопили, да? Да, потому что эта вся машина сожрала все. Хорошо. Идем вторую скорость. Опять забываюсь вторую скорость. Думаю, почему так все долго происходит? Так, дерево рубится, дрова рубится, все отлично, доски делаются, бетона 60, металла 78, неплохо, пока что можем существовать. Так, сколько детей у нас? Двое обучаются, хорошо, отлично. Раньше не было учителей, они просто были в школе, сами по себе, походу, учились, не знаю. Вот сейчас есть. Так, дом строится, отлично. Мы потом здесь еще дорогу проведем. О, заработало, заработало, процесс пошел. А, блин, вот зря, что-то единственное, что я лишь здесь так близко подставил, потому что, ну, я бы сюда еще дорогу провел бы. Но все равно мы можем сделать вот так. Да, вот так сделаем. Вот так. Среди завершено коммунальное жилье, отлично. Так, мы можем не принять каких-то людей, конечно, если они придут к нам. Еды у нас достаточно, больше, чем достаточно. Овощный рацион, смешанный рацион, мясной рацион, ягоды, дичь, все отлично. Все у нас суперски.
Электричество производится. Так, сюда женщина, еще одну, чтобы они детальку сделали быстренько мне. Специалисты готовы. Так, женщина, давай, дай нам исследование. Нет. Ты дай исследование хоть, йохайды. Нет, тусовка. Может здесь? Город вроде бы должно быть, по идее. Да, хорошо, отлично. 4.23. Отлично, ждем следующего дня. И она зайдет нам. Сходит за нашими материальчиками. Так, как уже вы, наверное, смотрите это видео завтра, потому что я записываю это вперед, конечно. Вышла уже обнова, скорее всего, это будет опубликовано только то бишь завтра, то бишь... Я сегодня то бишь завтра, завтра будет опубликовано это видео, и уже будет вышедшее обновление колонии, называется Outpost, то бишь заставы. И надеюсь, что, как я уже перед этим видео упоминал, что я надеюсь, что сможем использовать сохраненные файлы с предыдущей игры. Ну, не знаю, обычно в ранних доступах такой роскоши не наблюдается. Ну, посмотрим, надеемся, конечно. Потому что, если что, надо будет все начинать заново. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Так, хорошо, что да. Так, что у нас происходит здесь дальше? Так. Блин, надо было сюда, конечно, дорогу еще. Вот как-то не продумано все. Как-то тут что-то, блин, куда-то спешим, что-то делаем. Надо было бы заранее подумать об этом процессе. Так, 212 сохранилось. Так, у нас есть. О, есть у нас инструмент. Ставим сразу же электрическую, этот ветрогенератор. Опять телефон, мать моя. Так. А тут не будет, типа. Без разницы, вот я, например, все сюда его поставлю, вот сюда вот, например. И ветер будет нормально позволить. Ну, сейчас проверим. Сейчас увидим. Сейчас посмотрим. Так. Ну все, опять сдохло. Опять все сдохло. Ну, по крайней мере, успели мы сделать запчасти. Специалисты готовы к работе. Так, это очень хорошо. Идем сюда. Вот сюда идем сначала. А таблеточки, это хорошо. Так, что у нас здесь? Идем сюда. Может быть, здесь что-нибудь еще будет. Скорее тоже город. Может быть, здесь будет еще. Нет, тут не да. А эту женщину посылаем. Замечательно. У нас идут очки исследования. Супер. Все. Так, исследуем мы что следующее? Смотрим, что мы можем исследовать. Что нам пригодится? Нам надо производство, хранение. Нет, это производство энергии. Что тут у нас? Большая солнечная панель. Большой ветряк. Это тоже добавили новое. Ну, фонари это уже было. Ну вот, экскаваторы, бетон. Это что добавили в обновление колонии, да? Так, колония. Смотрим, у нас комфортное жилье пока что не нужно нам. Работа с отходами. Вот что нам надо, чтобы начали очищать зону. Потому что я не могу высадить поле из-за того, что у нас нету очистки. Сразу ставим их куда-нибудь подальше. Так, где у нас это находится, кстати, вообще? Экологическая станция здесь. Поставим ее где-то подальше от нашей базы. Вот только куда? Вопрос на миллион. Вот сюда, например, где-то вот здесь ее. С бубенем. Где дорога? Сначала давайте проложим дорогу. Вот сюда, например, пойдем. Так, здесь не, нет, здесь не получится. Так, вот сюда пойдем лучше. Так, тут тоже не хочу, потому что не вижу дороги. Вот сюда. Вот так. Сразу ставим. Где наша эта система? Экологическая станция. Так, вот сюда поставим. Вот так сначала. Хлыбысь. Дорогу. А чего не хватает? Чего, дружище, не хватает? И нам надо сейчас будет построить склад для хранения этого всего процесса, да? Это будет здесь, скорее всего, да. Хранилище ядерных отходов. Вот сюда. Отлично, потому что раньше тут уже не было. А чего не хватает? Чего-то не хватает, друзья, вам. Комплектующих не хватает. Жаль, что мы еще их не можем производить. Скорее, я надеюсь, что, в будущем мы сможем. До 100%, так что не влияет то, что здесь находится дом лесничего. Отлично. А почему у нас... на энергии не... А как производство? Подожди, сколько производится? Производится 30, 12 идет в потреблении. А где остальное? Ну, ладно. Так, женщина, ты опять... Так, нам надо, что нам надо? Нам нужно конденсатор, да? Давай проверим. Надеюсь, тебе хватит очков. Нет, тут доски. Ты, мужик, иди сюда, проверь. Тебе должно хватить, по идее. Тут тоже металл, жесть. Ну ладно, ты уже дальше проверяй. Хорошо. 216.
изучаем тогда, насколько 216 очков. Посмотрим, что мы можем выучить. Это 300-300-300. Усиленные ворота, вот. Это укрепление ворота однозначно закрыто гостям колонии на то, что люди этого вселенной следует уважать. Группы выжившие смажут вам себе больше, значит, вам будет проще решать, выплатить их или нет. А может даже выболтать что-нибудь еще. Вот. Это хорошо. И сразу идем заапгрейдим их. А, они сразу заапгрейдились. Надо было апгрейдиться. Хорошо. Экологической станции недостаточно материалов. Мы знаем, да, у нас нету этих ресурсов. Зато у нас здесь есть ресурсы для ядерных отходов. И потом мы начнем зачищать эту территорию. Будем здесь поле посадим. Высадим поле. Али, может, даже сюда пойдем. Потому что нам нужно будет дома. Потому что в дальнейшем, я думаю, тут будут у нас другие дома. Мы сделаем, как если сохранение, конечно, останется. Сделаем здесь крутые дома. Здесь будут такие, знаете, коммунальные дома. Так, что тут у тебя нету? Дезидров у тебя нету? Ладно, переместить рабочую зону. Перемещаем ее куда? Ну да иди сюда пока что. Ходи здесь, руби. Так. Это у нас работает, это у нас работает. Все отлично, все замечательно. Это у нас строится. Пластмасска добывается. Замечательно. Просто все шикарно. Так, хорошо, это радует. Нам надо было еще людей бы достать чуточку. Людишек было вообще шикарно. Так, что у нас здесь? Добывают. Да, закончилось. Переместить рабочую зону. Ну, иди, дружище, здесь. Вот бетон. Тут есть еще доски. А, вот еще бетон есть. Ладно. К вам, вашему роту, кажется ученый. Что ты хочешь, женщина? Ух ты. Пожилая дама с белыми и розовыми порядками шевелюры приближается к вам. Ритмично позвязать небольшим стеклянным сосудом. Ее некий белый лабораторный халат изодран и заляпан. Но держится женщина с достоинством. Мне сказали, что здесь есть колония, которая нужна, лекарство должно быть. Это вы. Зовите меня аптекарща. Могу ли чем-нибудь я вам помочь? Конечно можешь. Вот, нам надо очки. Спасибо тебе. Она бери... Блин, 5 курток забрала. Ну ладно, черт с ним. У нас 212 очков нам дали. Это супер. Так, свет загорелся. Так, хорошо. Женщина. Так... Иди проверь, что здесь. Ну, дайте нам конденсаторы. Отлично. Сколько здесь их? 29. Супер. Ну, ты у нас займешься добычей еды. Нет, или... Не, вот давайте что-то вот ящики соберем. Бабух не получилось, это хорошо. Так, значит, ты, женщина, собираешь последние... Эти? А это здесь что у нас здесь? Жуки. Мы там клопов заберем на обратном пути. Но сначала проведем эту территорию. Так, возвращаемся на карточку. Так, электричество у нас производится 2. А кто потребляет так много электричества? А, ну да, у нас же отключились солнечные электростанции. У нас сейчас 12 энергии производится только. 14, а эта машина использует 12, да? Да, эта машина использует 12. Так, у нас 5 особо. Вот единственное, что вот не указывается, этот ресурс у нас, да? Можно только здесь проверить. У нас 65 его здесь. И 3 здесь. Хранилище ядерных отходов. Хорошо. А что будет потом, например, когда это все заполнится? Мне надо будет следующее строить. Следующее хранилище. Ну хорошо, допустим. Такс. Что у нас здесь? Лучевая болезнь. У нас один пострадает от лучевой болезни. Вот этот чувачок, да? Аптек, этот, Мила. 56. Почему ты не идешь лечиться? Она лучше пообщается, да? Развлекается, говорится. Так, ягоды собраны. С буквочку нажимаем, так. Так, ну там еще есть ягоды, значит. Такс. У нас металл как-то... Что, у нас металл закончился здесь, да? А где у нас металл? А, я же металл не поставил. Нет, это у нас... Подожди, что-то я заплутал. Куда мне сейчас? Вот. Станция приема лома. Где-то есть у нас рядом лом? Сейчас, секунду, пойдем. Так, где-то лом был здесь, да? Ну, ладно, ставим. Вот так. Переходим к специалистам. Так, женщина идет за конденсаторами. Блин, опять это слишком долго будет у нее. Так, ты у нас собрал все, да? Тут металл. Сколько металла? 35. Сходим за металлом сначала. А потом
проведаем эту область куртки и до дому. Так, ты уже проведал это сюда? Смотри, что здесь у нас. Конденсаторы. Ну ясно, значит, ты сначала идешь туда. 42 штуки. Ёшки, матрешки, много. Это очень хорошо. Ладно. У нас очень удачное открытие карты на данной стадии. Супер. Так, воды у нас 24, еда 30, 18 энергии производится. Данный, потому что солнечный батарея работает. Эти люди у нас тут работают, все шикарно. Еды у нас достаточно. Ворота мы построили. Укрепленный ворот, это очень хорошая штука, кстати, очень такая неплохая. Так, во-первых, дает больше места хранения. Ну и плюс, как вы сами видели, можете прочитать про... Больше узнать про ваших постояльцев, которые захотят с вами общаться здесь. А почему ты ничего не хранишь, дружище? Как это понимать? У вас производство... А, главное, я смотрю здесь, мне же надо смотреть здесь. Вкладки энергии, блин, они... Вдруг ничего тут не меняется. Тут же просто статус здоровья указывается только мне лошара. Ну да ладно, с кем не бывает. Так, ну сейчас пластмасса закончится, значит мы переместим эту пластмассу уже сюда сразу. Один. Станция переработки. Идем тоже сюда, ставим ее. Пусть она будет работать здесь в дальнейшем. Да, потому что сейчас тут чуть-чуть и все, и больше ничего не будет здесь. Так, дров нету. Иди сюда, значит, вот здесь будешь рубить пока что. Сколько у нас еще, кстати, досок у нас, может быть, не надо нам? Ой, дров. А дров да нету. Смотри, а куда дрова делись? А, дрова здесь. Кстати, мы могли даже... Ну ладно, пофиг. Нет, зачем? Нам так много дров не нужно. Одного человека туда поставим, пусть один. Лучше носильщиков больше будет. Отлично. Так, все хорошо, все путем. Все нормально. Энергия у нас 2000. К воротам прибыла группа выживших. Замечательно. Инфекция 2 человека. Предвидеть, что люди держатся вместе, и это происходит по всей стране. Принять, игнорить. Взрослые 8. Ух ты. Дети 3. Инфекция. Блин, 8 человек. Мне не кажется, не хватит места. Ну, ладно, возьмем. У нас есть кто-то бездомный? Двое инфицированных. Это сейчас их подлечат. Люди готовы. Да ты собирай, что ты такая нехорошая женщина, так. Так, идем, подожди, сейчас смотрим, что здесь. Да давайте соберем все, потому что тут у нас пока что нет ограничения по весу, они пусть не собирают все, чтобы не терять излишне, не возвращаться. Так, иди сюда. А сколько она собрала вообще? Сколько было там? Ну ладно, черт с ним. Откроем еще раз. Женщина. 10 штук собрала. Неплохо. Так, это лечится? Не лечится. Лечение. Почему? Ну, наши доктора спят. Ну ладно, черт с ним. Так, что у нас здесь? Ожидание. Станция по приему лома завершена. Сюда еще одного человечка. Что у нас с пластмассой? Замечательно. Здесь уничтожить. И сейчас здесь будет уже готово, и сразу бомбам два человека, чтобы и не терять ни минутки времени. Хорошо, отлично. Супер. Супер. Смотрим, что у нас здесь. Добывается. Хорошо. Инструменты у нас делаются. Ой, не инструменты, этих его. Детали. А, так. 100 тров. Отлично. А почему здесь ничего не происходит? Ожидает рабочего. Рабочий где-то гуляет, походу. Отдыхает, наверное, спит. Так, сколько у нас? 11 рабочих просто тусуются где-то. Так, надо что-то построить еще, да-да. Чтобы они здесь так все воля не чувствовали. Давайте еще одну рыбацкую пристань построим, да. Пилорама, дом, где рыба? Рыба. Где-то же на еде он же какой-то. Хижина рыбака. Вот так. Куда идти сюда? Сюда можем куда-нибудь забубенить тебя? Не можем? Так как так? Так, где тут подход, где тут выход? Вот так, причал здесь. Производительность 100%. Ладно, ставим. Дорога. Вот так. Карта. Чуваки готовы уже наши, да? Так. Еще два раза. Чувак, собираешь еду. А ты собираешь конденсаторы. Блин, как-то невезучие, они еще ни разу не получили по лещам у меня. Потом она идет сюда и возвращаем их домой. Ты даже знаешь, что делаем на третью?
Все так забегали, залетали, просто все такие быстренькие, как телочки. Ну ладно. Так, хорошо. Работаем, работаем. День 31, у нас еще нет никаких потерь. Это вообще шикарно, друзья. Что могу сказать? Строительство хижины рыбака завершена. Давай еще одного сюда. У нас будет постоянный ресурс рыба. Это неплохо. Ну, хоть у нас с едой вообще никаких проблем. То я чисто поставил, чтобы они были у меня. Потому что меня бесит, что так много людей просто гуляет. Так, хорошо. Сейчас у нас скоро будут уже наши чувачки готовы. Специалисты готовы. Так, женщина, ты забираешь последние конденсаторы. Мужик, ты забираешь... Нет, ты идешь сюда. Женщина, ты собираешь еще вот эту тему. Вот, блин, аж испугался, я, твою мать. Не ожидал, что взорвется сейчас. Ну хорошо, ладно, черт с ним. Это не страшно. Так, собрание, у них есть предложение. Что за предложение? Небольшая группа колонистов пришла к вам с предложением. Сейчас непростые времена, поэтому они хотят устроить празднество по случаю сбора урожая, чтобы поднять настроение жителям колонии. В конце концов, в мире без того хватает грусти и отчаяния. Правда, чтобы устроить пир, вам придется израсходовать довольно много продуктов. Но давайте праздник кукурузы сделаем. И люди в восторге от вашего решения спешно организуют пир. На импровизированных столах быстро появляются разнообразные блюда, а житель колонии собирается на праздник. Конечно, это не терапия за достойное королеве, но и достаточно для того, чтобы поднять людям настроение. Причем куда сильнее, чем вы ожидали. Минус 11 кукурузы. 8, к счастью, колонии. Смотрите, как хорошо у нас. 376. Я думаю, что они насчет этого еще поработают, потому что он как-то по большому счету не влияет на стадию нашего развития в колонии. Ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, скорее всего, это исправят. По-любому так. Ягодки завершили, закончились у нас. Идите сюда тогда собирайте. Ягоды здесь. Тут они собирают, все хорошо. Итак. Так. Ну, сейчас ждем наших... Нужно новый источник. Чего? Где? Где что закончилось? А, ну, еще где-то не в серии где-то. Ой, не в этом. Скорее, там еще что осталось. Работник готовы. Так, давай, что у нас тут? Женщина, у тебя есть что-нибудь? Нет, у тебя ничего нету. Идем мы... Ой-ой, как нам далеко идти, ёшки-матрёшки. Не идем сюда как-то. Ну, иди сюда. Досок у нас достаточно. Да почему ты не идешь? Наконец-то. Ты иди сюда. Ну. А ты женщина. Блин, тебе еще надо будет еще заставляться здесь. Да ё-моё. Вы завязываете уже. Накаркала, короче. Походу смотри, выглядит. Хорошо. Итак, друзья, я думаю... На этом мы и закончим сегодняшнюю серию. Электричеством построили, обеспечили нашу колонию электричеством. У нас уже хранится 2000 киловатт, я надеюсь. Это киловатты, скорее всего. Не знаю, это не ватты, это нет, киловатты. Построили мы переработку завода, ждем ресурсы. Но то, что видео растянется на 40 минут, пока не дойдут до сюда. А так лучше оставим это уже на следующую серию, которая будет уже послезавтра, по большому счету. Ну, в данном случае у вас будет это завтра. Так что, друзья... Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я также благодарю вас за вашу поддержку. Желаю вам всего доброго и увидимся уже в следующих видео, друзья. Всего доброго и пока-пока.